Всем привет, привет! Всем привет, ребята! Что ты показываешь, Эл? Нам надо. Резать, да, ножиком? Да. Да, давайте, начинаем. Ой, кстати, сегодня мы играем в Бубу-ресторан. Давайте, вперед. Вперед. Сейчас посмотрим, что... Бубу говорит, грязнотень у нас. Срочно, срочно прибраться. Да. А где прибирать? Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Надо везде посмотреть. О, боже, посмотри, да. Вот она. Так, красота, чистота. Вау, Луда, Луда. Покажи крабика. Смотри, как вырос, видели? Это что-то, да? На пушой. Большой вырос, да. Да. Класс. Так. Ой-ой-ой. Кошмар. Надо будет еще с другой стороны посмотреть. Это то, что наши клиенты оставили. Щиточка. Да. Смотри, тут уже, блин, вафелик ждет. Ой. Сейчас мы разберемся с нашим рестораном. Тут мы будем ролики еще, да? Девочки, девочки. Дерево, да, дерево тоже надо полить. Нет, дерево не надо полить. Идем дальше. И тут все, да? Улица я. Все, я принимаю заказ. Да, улица там. Все, быстро идем готовить. У нас... Нет, у нас еще другая сторона. Хорошо, это мы туда потом пойдем. Нам надо заказ сделать. Они все ждут уже, да? Быстро делать заказ. Так. Давайте. Надо чай делать. Вот этот средний там был нарисован. А можно делать еще какой хочешь? Да. Готово, наливаем. Да, куда я пойду, всем попов уже. Уже все это налила. Он не любит пластик. Да. Ты готова? Так, дальше что у нас? Надо... Блинчики. Блинчики я тоже буду. А это надо, смотри, заканчивается время, спагетти. Вот это. Так, открываем. Да. Надо что-то, давай зеленый положим сверху, так, красота. Да, красотища. Да. Так, дальше. Ты еще время скачивается. Так, вот тут блинчики заканчиваются, да? Давай, вот эти хотели, да? Не-не-не, те, которые хотят. Какой хочешь? Ну, тогда клиентам не понравится то, что мы делаем, если мы делаем то, что они не хотят. Я! Почему они такой розовый? Ну что добавим? Принглсы. Для красоты. Да, ну хватит, хватит. Еще? Ну давай. Подожди, ложку, конечно. Ложку, да. Салфеточки. Все, дым. Все, да. И что-то у нас там еще было. У нас тут прям целая куча еще вот такого чая хотят срочно. Вот это, да. Лапка желтая. Это лимоновый. С лимоном и с чем-то еще. Подожди. Что это? Ванильчик. Кетчуп, да? Да. Это такой соус. Не кетчуп. Да, по-моему, в чай кетчуп. Надо, да? Все-таки надо. Я буду украсить. Давай. Ложку, конечно. Салфеточки. Да, нет. Некрасиво. Кустик, ой. Кетчуп. На вафельке не надо кетчуп, да? Сейчас будем делать макароны. Туда добавим кетчуп, да? Да. Картошки. Макарошки, да? Вау. Да,
красиво, макарошки. Давай кетчуп, Рав хотел кетчуп добавить. Кетчуп поесть, да. А его надо просто поставить рядом. Ставь рядом. А куда ты? И кетчуп. Ой, ну мы тут натворили уже. Вилку надо. Ой, кетчуп. Ну, короче говоря, мы тут натворили уже. Кетчуп. Кетчуп, да. Мы там что-то натворили. Итак, мы отправили все наши вот. А, их надо нести еще, да? Да. Ты видел? А, вот так, да? Отлично. Видел. Эй. Видел. Так. Адио. Так. Адио. Что? Рау, что ты там делаешь? Пока мы тут работаем, Ралф развлекается. Что ты мяукаешь? Делай. Ребята, готовьтесь, сейчас я вам это скажу. Ралф мне в ухо дует. В ухо? Да. Дует мама. Да. Все, все кушают. Смотри, к нам Бубу пришел. Ой, Дуду пришел. Да. Это же Дуду. Он у нас хорошенький. Он у нас клиент. О, да. Деньги забираем. Но подожди, пойдем в другую сторону, посмотрим, что там происходит. Сейчас. Смотри, уже опять ждут. А это кто? Это же тот, кто... А, VIP закрыто, ясно. Да. VIP у нас закрыто еще. Да. Значит, так. Но так что ты говоришь? Лицо грязно. Вот, оставили. Эй. Фу, какие свинки, смотри, что оставили на столе, да? Кошмар. Это все оставляли. Да? Тут чистенько, красивенько. Так, мы коврик вот чуть-чуть убрали. Забираем денежку. Нам открыто. Нам дверь. Нам открыто. Открыта дверь, да. Ну, конечно, да. Открыто, чтобы мы, наши покупатели приходили. Вау, ух ты! Четвертый уровень. О, ты? Смотри. Вау. У нас новый прайс. Муша. Тут. Малыша, ты? Да. Да. Так, надо стол вытереть тут. А, тут денежку еще не добрали. Так, вытираем стол. Наводим красоту. Сошка так смотрит. Угу. Одиннадцатый уровень тут нужен, чтобы открыть вот это. Так, собачка уже пришла, гость. Зайчик пришел. Срочно надо идти выполнять наши заказы. Ой, тут прям смотри, сколько народу пришло уже, да? Все ждут уже. Давай, поспешим, давай. Ну, я буду все заказы так, делать. Да, ой, какой красивый, да? Да. Ромашковый чай. О, ням-ням, наверное. Ну, да. Он такой желтый. Угу. Вот так, красота. Отправляем. Так, следующий заказ. Быстренько вперед. Я делаю заказы. Какой? Ой, я не помню какой, но выбери, какой ты хочешь. А, по-моему, этот был. Ну, ладно. Это лимоновый и с корицей. Лимон и корица. Чай. Так, готово. Нет, не нравится? Да. Будем блазать. Нет, у нас там горит уже заказ. Перерезали, да? Да, вот так. Ну, быстрее заложись. Так, чуть-чуть что-то кетчупа добавим туда. Готово. Примус кетчуп. Так. Что у нас под грейп? Вот чай надо сделать, там уже подходит к концу заказ. Ого, какой листик. Да. Листик. Вау, какой красивый. Мне особенно кружка нравится. Кружечка красивая, да? Да, ну. Чем мы еще можем подложить? А, тут закрыто. Ясно. Так, я думаю, хватит нам. Ничего не будем подкладывать больше. Особенно. Так, надо срочно это сделать. С вафлями. Вафельки, да, срочно надо вафельки. Может, кто-то очень ждет вафельки. Ну, наверное, он пришел, наверное. Да. И последний у нас заказ. Покушать? Еще одни вафельки. А нет, блинчики. Потому что, наверное, он идет на пати. Да? Наверное. Ну, может быть, почему бы нет, да? Да. Итак, мы можем отправляться раздавать наши заказы.
заказы, мы все исполнили, и все тут сидят вот и кушают. Ай, я все нажимаю не туда, куда надо. Так, кушайте, кушайте, кушайте все, да? Чаечек, да, и вафлики, зайки. Вот какие. Все наши клиенты очень довольны. Да. Все кушают, все в порядке. Отлично, это хорошо. Да? Подождите, нам надо сушать, а не можем. Нет, она это для красоты. Да, наверное, вот это денежка. Пластиковая просто. Да, думаешь? Просто для красоты. Нет, это не пластиковая, я же полила, и они выросли. Они, наверное, вырастают из воды. И... Но пластик-то не вырастает из воды, значит, они настоящие, просто декоративные, чтобы не трогать. Ну, так они там стоят для красоты. Так. О, смотри! А смотри, на следующем уровне у нас морожка открывается. Это класс! Я прям видела морожку, я тоже захотела морожку. Это что-то. Так, так, подождите, мы обчистим. Почистим все столики и тогда вернемся к вам, наши клиенты любимые. Так. О, деньги забираем. Ну да. А совушка тут пришла тоже, да? Смотри. Так, совушка, заказик. Что у нее? Почему? Галстук. А, да, я не видела просто. Так, так. Ну, так. В общем, девочки тоже могут носить галстуки, но не всюду. А, так, заказы. Так, так, так. Бутербродики. Бутерброды. Так. Что-то Бубу нам вообще не помогает. Мы одни тут готовим, он только стоит рядом и радуется такой вообще. Так, так, так. Один заказ сделали. Быстро спешим дальше. Тут кто-то очень голодный. Котик, кто работает в ресторане, он, наверное, кушает тоже. Да, думаешь? Наверное. Он тут не готовит, а только кушает, да? Ну, может быть и так, да, кстати. Ну да, может и так пить. Что он такой у нас? Кушатель. Так, чай. Он, наверное, все пробует, если вкусно. Ну да. Ну он же шеф-повар, наверное, он должен попробовать, хорошо ли мы готовим для наших клиентов, да? Наверное. Он же должен знать, чтобы все было отлично. Четко и вкусно. Ну, конечно. Ой, я... Чай? Не заметила, какой чай надо. Ну ладно. Так. Наливаем. Отправляем. Хлебушки с чаем? Да ты что? А тут нужно что-то внутри. Да. Ой, я забыла, какие макароны надо было. Возьмем эти. Да. У нас не были эти еще, да? Да, не были. Да, вкусно будет. Думаешь? Вот, с овощами. Ты бы такое не ела, по-моему, я. Я только и морков жареную не люблю. Да? Да. Ну вот. Ее не ем. Морковку жареную? Да. А надо кушать, полезно. Обычную морковку ем. Вот обычную. Ясно. Так. Ага, вот как можно быстро вернуться. Нажимаешь там кнопку сверху. Так. Кто-то у нас тут блинчики заказал еще. Быстренько доделываем блинчики. Это совушка, похоже. Это была По-моему, это была свинка. Нет, у нас не было свинки. Сейчас посмотрим. Так, так, так. Подожди, надо... Где у нас наш заказатель? А я опять эту банку. Они так поставлены, что... Вот как мне... Вот, я же говорю, свинка. А я думала, не было свинки. Ну, вот, видишь. Просто я не видела ее. Так, убираем. Столики чистим. Тут даже как-то моментами неудобненько. Тут все так понарасставлено, что я даже не знаю, где пальчиком провести, чтобы вот подвинуться. А я знаю. Так, красоту навели. Пятый уровень достали. Я думаю, продолжим в следующий раз. Да. Откроем морожку в следующий раз. У нас, смотри, уже совсем немножко осталось, да? Да.
Так что ждите, ребята. И еще в следующий раз возьмем денежку. Да, да, да. Ну, это уже, конечно. И еще сделаем заказы. Ну, конечно. Куда же без заказов-то? Мы же не достигнем 6-й уровень без заказов. Да. Значит, надо все делать, да, конечно. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Алина Ленди. Всем пока-пока, до новых встреч! Всем пока, ребята! Пока-пока.